Более 70 миллионов рублей выделено из окружного бюджета на реконструкцию двух участков водоводов. Работы запланированы на летний период текущего года. Кроме того, по поручению губернатора администрации Нарьян-Мара формирует комплексный план реконструкции всех сетей, который будет реализован поэтапно в ближайшие несколько лет. Изношенность коммунальной инфраструктуры столицы Ненецкого округа почти 80%. Возраст водопроводных сетей Нарьян-Мара от 30 до 40 лет. Масштабные аварии случаются не так часто. Последняя произошла на прошлой неделе и оставила без водоснабжения 39 домов. Городские власти устранили последствия на водоводе в течение суток. Не стали ремонтировать старый водовод, потому что он был в чугунном исполнении и срок эксплуатации 25 лет, проработал он 37 лет. И наступили уже просто усталостные временные изменения, которые уже не позволили его восстановить. Но благодаря проведенной летом этого года, прошедшего года работе, да, то есть уже, скажем так, немножко не предвидели, но ожидали подобной ситуации, и уже были проведены некоторые работы по созданию резервной ветки. Также в связи с аварией было затруднено автомобильное движение в городе, так как производилось вскрытие грунта, последствия которого будут окончательно устранены в летний период. Естественно, что сейчас пока зима, да, то есть сейчас грунты, они мерзлые, а тайку там произвели, ну, то есть раскопали, да, добрались до чего хотели, там заглушили этот водопровод. А сейчас по мере оттайки, то есть когда уже с весной, понятно, что будет уплотняться грунт, да, будет проседание, и это нужно будет просто вовремя устранять, и когда летом уровень грунтового хода это позволит, и будет нормальное уже и естественное уплотнение, и дорожной техникой, проведем ремонтные работы по восстановлению асфальтового покрытия. Также на летний период запланированы работы по реконструкции двух участков водоводов. Первый участок – это водовод в две нитки в надземном исполнении от водонасосной станции 1 до колодцев перехвата в районе Городецкой Курьи по улице Пионерская. Второй – это наружный водовод в две нитки от улицы Пионерская до перекрестка улиц Пионерская-Ленина. В первую очередь это у нас будет ремонт от водозабора, да, то есть там прокладка будет свай и трубопровода. И доведение его, вторая очередь, вот до... У нас, если помните, два года назад, как раз под Новый год, вот было, вот до, мы вот эту ветку старую, ту заменим. Да, то есть то, что сейчас есть, мы уже, по крайней мере, знаем, что оно будет работать. Стоимость реконструкции составит более 70 миллионов рублей. Средства выделены из окружного бюджета. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».